Доброе утро. Меня зовут Степанов Андрей Юрьевич, член коллегии адвокатов Оренбургской области. Назначен по вашей устной просьбе о государственном защитнике. То есть обо мне. Разрешите задать вам несколько вопросов. Вы уже подписывали какие-либо документы? Может быть, следователь пытался начать допрос без меня? Вы меня понимаете? Мне сказали, что в переводчике нету надобности, но это если вам... ваше первое дело? Уголовное первое. Так, здесь сказано, что в 3 часа 40 минут в районе заправочной станции рядом с ОПК КПП «Сагарчин» вы незаконно пересекли границу Российской Федерации и... Я не понимала, где я нахожусь. Адлия Хаджимовна, позвольте мне сказать вам одну вещь. Данный аргумент, наверное, будет, ну, не очень серьезным для суда. Но у вас есть шанс досудебно признать свою вину. И тогда мы можем рассчитывать на смягчение наказаний. И поверьте, я сделаю все, что в моих... Я просто хотела попасть к своей дочери. 3 часа 37 минут оперативной группой ОПК КПП «Сагарчин» была задержана личность установлена Юсупова Адлия Хаджимовна, 30 октября 1991 года рождения, гражданка Республики Узбекистан. По учетам электронных баз данных ФСБ России, подсудимый Юсуповой решением о неразрешении въезда в Российскую Федерацию управлением по вопросам миграции Главного управления МВД России по городу Москве, въезд в Российскую Федерацию не разрешен до 25 декабря 2019 года. До момента задержания, примерно в 2 часа 40 минут, дежурным сотрудником 1-го ОПК КПП «Сагарчин» Оренбургской области подсудимый был внесен акт о возвращении от услуг переводчика. Отказалась, текстом ознакомилась, об уголовной ответственности была предупреждена, о чем и подписалась собственноручно. На основании имеющихся доказательств подсудимым предъявлено обвинение по части 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Стороне защиты обвинение понятно? Да, Ваша честь. Представленные суду доказательства подтверждают наличие умысла подсудимой в момент совершения преступления. Протестую, Ваша честь. Государственный обвинитель руководствуется лишь предположениями. Отклонено. Обвинитель, продолжайте. Ваша честь, когда автобус остановился у придорожного кафе, подсудимая специально воспользовалась этой возможностью для того, чтобы предпринять повторную попытку пересечения границ. Протестую, Ваша честь. Моя подзащитная отходила справить естественную надобность, и в это время автобус уехал. Отклонено. Вам будет предоставлена возможность высказать ваше соображение в рамках вашего выступления. Продолжайте. Ваша честь, прошу обратить суд внимание на факт того, что подсудимая не направилась в сторону пункта пропуска государственной границы Российской Федерации, а шла в другом направлении, чтобы полями, под покровом ночи, пересечь границу скрытно и не быть пойманы представителями компетентных органов. Протестую, Ваша честь. Ночное время пересечения государственной границы не является виной моей подзащитной. Отклонено. Сторона обвинения говорит лишь о фактической стороне дела. Сядьте. Продолжайте. Уважаемый суд, сторона обвинения убеждена, что подсудимая знала о том, что ей въезд не разрешен, и прибыла в пункт пропуска именно вечерним рейсом для обеспечения себе возможности попасть на территорию России. Протестую, Ваша честь. Отклонено. Суд объявляет перерыв. Заседание продолжится через полчаса. Господи, почему трубку? Переживай, мама поехала в Ташкент к бабушке. Ну рассказывай, как жизнь молодая? Неплохо, вот экзамены сдал. Сам? Или отец помог? Сам. Молодец, молодец.
Вот только дело тебе первое попалось. Мертвое. Ну, совсем обнаглели. Уже пешком идут, а? Как ее у тебя? Ее зовут Адлия. Да. Вот такие, как она, пробираются к нам. Валентин Семенович, а вы правда считаете, что эта женщина умышленно пересекла границу? Конечно. Это вам не заборчик детский перепрыгнуть ненароком. Это серьезное дело. Ну, ведь она не понимала, что происходит. Она лишь хотела к своему ребенку. Что значит не понимала, молодой человек? Не надо прикидываться. Вы когда дорогу не по зебре перебегаете, тоже считаете, что не нарушаете? Ну, зебру-то видно. Слушайте, все она прекрасно знала. Она просто надеялась, что ребенку российское гражданство дадут, а вслед за ним и ей. Вот ребенком и прикрывает. Мне кажется, это не совсем правильно. Нельзя считать, что кругом одни враги, и всех мести под одну гребенку, основываясь только на цвете кожи. Я не основываюсь на цвете кожи. Я основываюсь только на сухих фактах и на законе. Это вам, молодой человек, не экзамен в институте, где можно к отцу сбегать, и вам пересдачу назначат. И все будет прекрасно. А здесь жизнь, и от одной ошибки зависит жизнь людей. Она, получается, не человек. Вы понимаете, что вы можете сломать жизнь ей и ее ребенку? Я сломать? Да она сама все, что можно, уже нарушила. Слушайте, если она такая хорошая, чего она патент не оформит? Это же не так сложно. А я скажу, ей все равно. Так что, как ни крути, но по закону она теперь сядет. А что насчет справедливости? Справедливости захотел? Ты сначала законы выучи. Справедливости он захотел. А моя задача – граждан защищать. Так вот вы и защищайте. Свободен. Наши дела. В материалах дела лист 8 зафиксировано, что, по словам подсудимой, она ехала к своему ребенку. Ну, послушайте, вот какая ситуация выходит с ее слов. Она родила ребенка, оставила его в больнице, а сама уехала в другую страну. Разве нормальная мать может так поступить? Протестую, Ваша честь. Оценочное суждение в отношении личности моей подзащитной. Отклонено. Подсудимая бросила своего ребенка, оставив его в больнице. За это нужно лишить ее родительских прав, а ребенка поместить в детский дом. Протестую, Ваша честь. Отклонено. Уважаемый суд, подсудимая пытается уйти от ответственности, прикрываясь ребенком. Сторона защиты также пытается манипулировать судом. Сотрудником УФСБ Сагарчин Оренбургской области подсудимая была посажена на рейсовый автобус, следующий транзитом до Ташкента. Однако, воспользовавшись остановкой возле придорожного кафе, подсудимая покинула автобус и направилась в сторону территории Российской Федерации, используя заранее продуманный план действий. Таким образом, подсудимая незаконно пересекла государственную границу Российской Федерации. Прошу суд признать Юсупову виновной в совершении преступления по части 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы. Сторона защиты. Ваша честь, моя подзащитная раскаивается в содеянном. В ее действиях не было злого умысла и уж тем более безразличия границам Российской Федерации. Она, в первую очередь, мать. Пересекая границу, она просто хотела попасть к своему ребенку, который по состоянию здоровья был в детской клинической больнице номер 6 в городе Москве. Я бы хотел приобщить к делу справку из больницы. Протестую, Ваша честь. Вы хотите приобщить к делу документ во время прений? В этом документе говорится, что ребенок находился в больнице без близкого родственника, что как минимум дает матери повод для волнения. Она не бросала своего ребенка. Согласно свидетельству о смерти, она лишь хотела попасть к своему единственному родителю, на тот момент еще живой матери. Она просто не успевала оформить соответствующие документы на выезд ребенка из страны. Сторона защиты, это неуважение к суду. Ваша честь, это неуважение к моей подзащитной ни разу не взглянуть на нее во время заседания и заранее решить, что она виновата. О чем мы вообще здесь разговариваем? Женщина спешила к своему ребенку, а вы хоть...
Вы уже посадили ее в клетку! Протестую, Ваша честь! Правозащита, к порядку! Простите вас. Господин прокурор неоднократно заявлял, что моя подзащитная является плохой матерью. Тогда скажите мне, как так получается, что основное обвинение к моей подзащитной строится именно на том, что она спешила к своей обвинение дочери? Обвинение строится не на этом, а на чистых фактах. Вы подменяете предмет спора. Нет, не подменяю. Она пересекла границу Российской Федерации, но сделала это неумышленно. Да, она нарушила закон и не оформила патент. Но как бы поступили вы в этом случае? По закону и оставили бы своего единственного ребенка в другой стране, в больнице или по совести. И сделали бы все, чтобы побыстрее обнять свою дочку. Одна ошибка не стоит двух жизней. На основании обстоятельств, имеющих существенное значение для вынесения правильного заключения по данному уголовному делу, я прошу суд назначить моей подзащитной наказание ниже низшего предела, установленного частью 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Большего неуважения к суду я не видел. Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по существу. Приговор будет вынесен в 16:30. Юсупова. Серег, подойди. У нее запрет, отказывай. Женщина, проходите. Женщина! В автобус проходите, он доставит вас домой. Калининский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Юсуповой Адлие Хаджимовны в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 322 УК РФ. Суд постановил признать Юсупову Адлию Хаджимовну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей в доход государства. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке Оренбургском областном суде в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Заседание закрыто.